На протягу двух дзён у спортзале Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова праходзіць другі тур 17-го чэмпіянату дзіцяча-юнацкай баскетбольнай лігі. Удзел прымаюць дзяўчаты 2002-2003 гадоў нараджэння з горада Магілёва, Барысава, Бабруйска і Віцебска. Усяго адбудзецца 6 матчаў. Пад увагай, зразумела, магілёўская каманда. Первый тур для них у Віцебскі сложился успешно, они идут сейчас на первом месте. Вот сегодня, 19 и 20 числа, в этом зале будет проходить второй тур. Мы надеемся на хороший результат этой команды, потому что довольно серьезно занимается тренер Владислав Барановский этой командой. Девочки занимаются уже 2 года, большинство из них уже занимаются в спортивном классе. Перший матч на пляцоўцы команда БК «Борисфен» і дзіцяча-юнацкай спортивної школи номер 2 города Борисова. Магілёўскія дзяўчаты одразу захопили ініціативу і упевнено тримають контроль над м'ячом. Некілька докладних зв'язок, передач, контратак і перевага у 19 очков. Ну, з чувством ми виходили нормально. В принципі, ми знаємо, що це слабая команда, ми знаємо, що їх виграємо. Вже не перший раз ми їх виграємо. Ну, ми тренуємося багато і наші старання показуються на ігрі. Стратегія идти вперед, не сдаваться, бороться и выигрывать. Это зависит только от нас. Если мы не будем расслабляться, не будем сдаваться, то все будет хорошо, и мы дойдем до победы. Дзяўчаты гэтага ўзросту з нядрэннай перспектывай. Чэмпіянат шанец прыглядзецца да таленавітых спартсменаў. Для рабят назапасіць гульнявы вопыт, падцягнуць форму, адчуць азарт суперніцтва. Галоўнае, кажуць самі дзяўчаты, настрой толькі на перамогу і слухаць парады тренера. Не бойтесь ничего, идите сами на кольцо, атакуйте, давайте хорошие передачи, удачи. Что дотычется магілёўскай команды, то тут и сапраўды добрые выники. Треба пакуль захавать потенциал. Правильный подыход до дзіцячага спорту – корыстный задел на будучыню. Это счастье, что очень много лет назад была создана детская баскетбольная лига. Имея детскую баскетбольную лигу, мы имеем постоянный календарь соревнований, где каждый из детей может сравнить свое мастерство с другими игроками. И, конечно же, все звезды, я не горячусь, все звезды национальной команды женской – это воспитанники детской и юношеской баскетбольной лиги Беларуси.